По данным сервиса HeadHunter, в Курганской области самые низкие зарплатные ожидания в стране. При поиске работы курганцы рассчитывают на зарплату всего в 32 тысячи рублей. А какие ожидания у жителей города Шадринска, узнаем в рубрике «Вопрос-ответ». Я вообще-то на пенсии. Спасибо. Ну а какую пенсию, какой размер пенсии для вас был бы комфортен? Ну, 1030, не меньше. А разница большая с фактическим? Ну, сейчас 15. Я на пенсии. Ну, 1030 минимум. А фактический размер очень сильно различается? Конечно. Ее всегда надо больше. Я студент. Ну, студент, в будущем будете работать. Вот на какой должности, какую ожидаете зарплату? Я буду учителем физики и математики. Не знаю, 1040, наверное, 50. Не знаю, мне моя устраивает. Ну, какая комфортная заработная плата 50. Сейчас? 50 в Курганской области. Ну, то, что я получаю, мне хватает. Ну, я думаю, что, ну, в пределах, ну, если так хотя бы, что по минимально, ну, 30, ну, 40. 150 примерно. Ну, чем больше, тем лучше. 50, 60.